бросай сюда. Друзья, всем привет! Это канал «Житейские будни». Все занимаются всей своей работой. Наверное. Вот ребята суш сжигают. Феня тут у нас тоже в помощниках. Бабушка у нас тут занимается тоже уборкой. Бабушка, привет. Подписчики, привет. Занимаемся уборкой, убираем прошлогодний мусор. Все эти самые наши контейнеры, которые парнички. Вот. Ну, а я приступлю к окрашиванию нашей беседки, которую ребятки наши собрали, Эли с Сашей. Вот. Выбрали мы белую краску. Сейчас покажу, какую. Так, сейчас. Вот такая вот белая полуматовая краска. Эмаль. Стоит она 135 рублей. Баночка небольшая. Ну, вроде как, надеемся, что хватит полностью все прокрасить. Смотрится это она. Так вот. Белая, потому что крыша коричневая. И как бы вечером будет темновато. Решили, что на как бы белый стол, белый фон будет более как-то отсвечивать. Ну, интереснее должно быть. Ну, посмотрим. Перекрасить никогда не поздно. Посмотрим, как это будет выглядеть. Конечно, наверное, валиком было бы лучше. Валиком было бы, конечно, быстрее, но у нас его. Так вот получилось с одной банки. По сути, нужно еще делать второе покрытие, второй раз прокрашивать, потому что все равно не очень хорошо она легла. И более того, мне не хватило покрасить вот с этой стороны. С этих сторон они не крашены получились, доски. Поэтому вторую баночку нужно будет еще покупать.